Всем доброго здравия, друзья! До этого вот я выкладывал ролик про удар с таким завалом вперед. Я показывал, как я бью именно на месте, скручивая тело, выкидывая руку вперед. Много кто писал, что тренер учит именно чуть-чуть заваливаться, кто-то пишет, какие-то вопросы были. Я вот хочу сразу сказать и всегда говорю, что всегда нужно говорить так, как делает ваш, как говорит ваш тренер. Обязательно слушайте тренера, своего тренера обязательно. Мои уроки, может быть, для того человека, у которого нет тренера, кто-то, может быть, в домашних условиях занимается, кто-то хочет научиться. А если у вас есть тренер, обязательно прислушивайтесь и слушайте своего тренера. Я показывал то, что если мы ударили и завалились, то на защитное действие, может быть, на контратаку нам понадобится чуть больше времени, если мы завалились. Потому что если мы ударили отсюда, и вес тела у нас под ногами, прямо здесь, все, мы отсюда выстрелили, вес тела под ногами, нам отсюда можно контратаковать, сделать защитное действие быстрее, может быть, дальше продолжить атаку быстрее. Вес тела под ногами, он получится и жестче удар, и какое-то защитное действие сделать быстрее. А если мы провалились, то нам обязательно нужно вернуться, чтобы, может быть, сделать шаг назад или вернуться, чтобы контратаковать пожестче. Здесь, если мы ударили вот так, завалились, контратака не получится жесткой, потому что здесь нам нужно будет присесть, обратно тянуть вот этими двумя мышцами получается. Они получат всю нагрузку при ударе, если она будет у нас вот так вот чуть-чуть пригнемся. То есть нагрузка при ударе, вот, получается, на спину у нас будет, если здесь мы ударим, если здесь мы ударим. А если у нас спинка под ногами, здесь, то в ногах, импульс мы будем брать с ног. Вся мощь отсюда пойдет, удара.